В Монте-Карло Королевский цирк Гейраза отправился прямиком из Нижнего Новгорода. Именно на арене нашего цирка в конце прошлого года была обкатана триумфальная программа. Нижегородский зритель по достоинству оценил постановку и профессионализм артистов. 35 тысяч зрителей смотрели выступление с замиранием сердца. 23 шоу-программы, и на каждый из них аншлаг. Посмотреть захватывающее шоу под куполом цирка лично приезжал президент Европейской цирковой ассоциации Урц Пилс. Уже тогда он решил, что Гейраза станет не только участником, но и режиссером-постановщиком Международного фестиваля циркового искусства. Я очень рад быть сегодня в Нижнем Новгороде. Рад посмотреть программу, которую мне представили. Вижу, здесь много народу. На нашем фестивале Россию будет представлять делегация более чем из 70 человек со стороны Королевского цирка. Наши артисты приятно удивили искушенную европейскую публику. В этом году в фестивале принимает участие более 150 артистов из 15 стран. Королевский цирк стал главной его достопримечательностью. Из трехчасовой программы целый час отдали россиянам. Шоу Гейраза произвело в Монако настоящий фурор. Чтобы так, стоя жюри и коллеги по цеху аплодировали артистам, на международном фестивале в Монте-Карло дорогого стоит. Но овации заслуженные. Представление Королевского цирка признано лучшим. Под впечатлением остались и основатели фестиваля, князь Монако Альбер II и принцесса Стефания. Европейская публика, княжеская семья и почетные жюри аплодировали артистам Королевского цирка Гейрадзе стоя. Мы доказали всем, что русский цирк – лучший цирк. Победа на этом фестивале для всего циркового сообщества, для каждого циркового артиста – это как победа в Олимпиаде на Олимпийских играх. И сегодня Российская государственная цирковая компания ликует, потому что впервые за долгие годы наши российские артисты победили и взяли золото этого фестиваля. В активе российских циркачей сразу две высшие награды – золотой и серебряный клоун, а также 8 специальных призов, в том числе за самые красивые костюмы. Воздушные гимнасты под куполом цирка, без страховки, выступления клоунов, от которых публика взрывается хохотом, и бесподобная джигитовка. Шоу приводит в восторг как детей, так и взрослых. Специально для фестиваля Королевский цирк Гейрадзе подготовил номера в национальной тематике. Одним словом, русский колорит и сложные трюки гимнастов и акробатов на недосягаемом уровне. Наша кадриль, наши встречные качели, наши девочки-джигиты, наши восхитительный номер Андрея Цаплина «Рояль», наши лебеди, девушки, воздушные гимнасты. Все это, конечно, произвело неизгладимое впечатление. И мне очень радостно, что сегодня большое количество нижегородцев мне звонят и говорят: не зря мы любим Королевский цирк Гейрадзе. Да, дорогие друзья, не зря. Сегодня его полюбила и Франция. Уже в этом году Нижегородский цирк также готовится порадовать жителей региона. Новое шоу под руководством народного артиста России и Грузии Гейрадзе стоит ждать и смотреть под нашим куполом. Сергей Щеплягин, Валерия Стародумова, Ренат Бекбаев и Виталий Кудрявцев. Время новостей.